Вітаю вас, мої маленькі друзі, у своєму чарівному лісі. Сьогодні вівторок, і ми завітаємо у гості до дуже талановитого митця – Ксенії Сергіївни Доброчинської. Зараз вона зі своїми маленькими помічниками розкриє для нас секрети малювання. Тож готуйте всі необхідні матеріали і починаємо творити! Здравствуйте, ребята! Приветствуем вас в мастерской Ксении Доброчинской. Сегодня мы с моей помощницей Полиночкой будем создавать портрет осени. Для этого нам понадобится лист бумаги, краски, кисти и листья. Рисуем овал. И делаем портрет. Прорисовываем бровки, глазки. Носик и губки. Теперь сделаем шею, плечи и приступаем к раскрашиванию. Теперь приступаем к созданию прически. Для этого нам понадобятся листья и клей. Берем листики и наклеиваем их на бумагу в зоне прически. Сегодня мы создали портрет осени из живых листьев. На этом наше сегодняшнее занятие окончено. До новых встреч! Пока, друзья!